Ну, рассказывайте, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. О чем? Как вам государство помогает? Ай, никак. Вообще, что ли? Вообще никак. А цветочек выделили? А это за свои же деньги. А, вот так, да. А медали? А медалей нет. Почему? А потому что не дали. Не дают? Да. Или дают? Не дают. А за деньги дают? За деньги, да. За чьи? За государственные? За свои. А, если ты сам заплатишь, значит, будет тебе медаль, да? Да, 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 да. Нормально. Пойдет? Пойдет. Хороший комментарий. У любого спроси, заметь комментарий, что мне скажут. Да я сам же это знаю. Ну а что тогда спрашиваешь? Ну я думаю, я один так. На мордик сними, не позорься. Да ты что? Да. Ты фотографируешь? И подбородник тоже. А что? Зачем он тебе нужен? Да, мне на всякий случай. Это что за трусы? С кого снял? Стринги снял с бабы какой-то. И нюхает их на репу, привяжет и нюхает. А знаешь, приятно. Снова всем здравствуйте. Идем на мероприятие, посвященное 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Зашел в бульвар Героев. Пойду, надо пройти через весь участок на ту сторону. Новокузнецк, работает МЧС. И МЧС работает. Птичка кружит над нами. Ну ладно, пойдем дальше. Здесь он марафет наводит. 10:47. К 11 часам надо подойти. Да. Осторожно окрашено. Вот не раньше, не позже. Надо прям к этому мероприятию покрасить лавочки. Вот сейчас присесть ликвидатору, только на землю. Или на бетонный асфальт. Краску старую отбивают. Караул. Сейчас они ее обновят. Это Россия, ребята. Это Новокузнецк. Краску старую отбивают. Фух. Уморили. Рассмешили. Все, угорело, дедушка. Разогнался. А мотор не пускает. Клинить начинает. Еле голубые. Посадили, но какие-то они стрёмные, погнутые все. Я
Здравствуйте, говорю, всем. Уже три раза брил. Борода, Серега. У тебя же не было ее, блядь, опять взял. Не матерись. Здравствуйте. А ты зачем? Здравствуйте. Да здорово, здорово. Включил. Здорово. Цветок тебе, чтоб поздоровить. Фонд нищих в убой государству. Это что? Серега. Вон туда на остановку. Администрация вылила. Здравствуйте всем. Иван Александрович, привет. Вы блогер? Да, почти. На мордик сними, не позорься. Да ты че? Да. Ты фотографируешь под бордом? Да, с вечера. Так это работает у тебя, что ли? Работает, работает. Нет, правда. Она работает, да. А под... Ну, иногда ко мне зайдет. Я не участвовал в Чернобыле, но я оказался связанным с ним, понимаете? Да-да. Связанным очень интересным образом. Вот наша Кемеровская область помогала Чернобылю в том, что оттуда туда перевозили 30 тысяч тонн соли. А вот мы и стоим, блядь, кто помогал. Да-да. Мы и стоим, кто помогал. Хорошо, хорошо. Вы, а что вы говорите, дорогой человек? Да-да, а? Мы ликвидаторы. Правильно, ликвидаторы. Там тоже нормативы. Сколько. А меня главное уже засними, чтобы в интернет выложил. И меня. Ну, рассказывайте, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. О чем? Как вам государство помогает? Ай, никак. Вообще, что ли? Вообще никак. А цветочек выделили? А это за свои же деньги. А, вот так, да. А медали? А медали нет. Почему? А, потому что не дали. Не дают? Да. Или дают? Не дают. А за деньги дают? За деньги, да. За чьи? За государственные? За свои. А, если сам заплатишь, значит, будет тебе медаль, да? Да, 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 да. Нормально. Пойдет? Пойдет. Хороший комментарий. У любого спроси. Заметь комментарий, что мне скажут. Да я сам же это знаю. Ну а что тогда спрашиваешь? Ну я думаю, я один такой. О, у Толи спроси. У Саньки, вернее. Выложит? Интернет выложит. Посмотри. Да. Ты видишь камеру? Это ну, все понятно, кто что я делал, забыл, кто что чувствовал, кто что... Не-не-не, наоборот, сними ее. Сними. Не забыл, а сними, выбрось ее и не одевай больше никогда. Да вот именно, снимай. Каждый делал то, что не сказал. Санька, Санька, да я тоже. Иди сюда, снимай. Им положено. Вот, снимай. Докопается. Никто ни до кого не докопается, не имеют права. Нет такого закона носить маску на лице. Все, сфотался. Пленка кончилась. Все, сфотографировались. Бульвар Героев. На входе, где аркой написано «Бульвар Героев». Мужики, ну вот и 35. Да, много лет прошло от той печальной даты, как стали нас тогда чернобыльцами звать. Мы стали ликвидаторы-солдаты. Как стали нас тогда чернобыльцами звать, мы стали ликвидаторы-солдаты. Да, мужики, промчалось 35, как взрыв тот лег на плечи тяжким грузом, и нас тогда призвали родину спасать со всех концов Советского Союза. И нас тогда призвали родину спасать со всех концов Советского Союза. Вот, мужики, прошло уж 35,
как шли на битву с атомным уродом. И в ядерном том пекле нам предстояло стать защитниками нашего народа. И в ядерном том пекле нам предстояло стать защитниками нашего народа. Да, мужики, мы эти 35 теперь аптекам и больницам служим. Болезни и таблетки нам сумели стать наградой за отравленные души. Болезни и таблетки нам сумели стать наградой за отравленные души. Что ж, мужики, ну вот и 35. Мы держимся еще, зализывая раны. И здравия хочу я вам всем пожелать, невиданной той битвы, ветераны. И здравия хочу я вам всем пожелать, невиданной той битвы, ветераны. Невиданной той битвы, ветераны.